Самоделка готова, и для ее испытания я подготовил дровишек. Давайте начнем. Дрова у нас прогорают, можно их туда дальше пропихнуть. Вот так вот пропихиваем. Если они полностью обгорят, ну даже если не полностью, а хотя бы наполовину, то можно будет добавить еще. Мишка. Печь вообще отлично справляется со своей задачей. Огонь идет, прям все четко. Сейчас еще плюс у меня тут ветер. Много отверстий здесь, и прям вот продув, что надо. Так, значит, мы яйца уберем и попробуем хотя бы вскипятить здесь воду. Также можно будет набросать сюда дровишек. Вот у меня от предыдущей самоделки такая решетка осталась. Воспользуемся ей. А с решеткой даже лучше. Пламя вон какое прям сильное образовалось. Ну вот, как видим, печь вообще прям отлично работает. Я даже такого результата не ожидал. И ничего, она не одноразовая, ее можно использовать несколько раз. Если вы спонтанно захотели сходить там на отдых или на рыбалку, то вот эту печь прям сделать очень быстро, максимально просто. Вообще его можно сделать с одним только ножом. Ну а вес данной печи составляет всего 340 грамм. Я считаю, что это вообще прям легкотня легкотней. Кто-то пишет, конечно, что проще поставить 2 кирпича. Ну, если вам проще там взять с собой на рыбалку кирпичи, то, пожалуйста, я не против. Еще я сделал 4 загиба таких в верхней части. Загибать я полностью не стал, решил оставить. Она нам нужна для того, чтобы, если нам нужно будет, разогреть, например, тушенку. Она вот сюда вот, ну, по-любому не влезет, потому что слишком большой диаметр. А вот сюда вот самое то. Но идея данной печи, конечно, не новинка. Я ее сделал больше как для интереса. Я все видео смотрел, и мне казалось, что это одноразовая штука. Но нет, я говорю, я до этого делал щепницу. Она отлично работает. Я ее, сколько там уже, раз 5 ее точно использовал, и нормально. И то там были более некачественные консервные банки. Ну и пишите ваше мнение, что думаете насчет данной печи. На этом у меня все. Всем пока.